заходите, пожалуйста. А у вас есть там это виды салон? Я сумма материального ущерба не сказал это в своем заявлении? Нет, я имею в виду стоимость этого имущества. Он не обозначил? Нет, это не то. Вот не там то? Дальше. А, еще где-то один? Тут еще один. Игнат Тихонович очень много построил. И это в том числе. Да, и есть свидетель Владимир Пащенко. Кто что строил? И для чего? Вот это? Да. Возьмите ракурс. Ну, то есть данный туалет стоял на том участке, да? Данный туалет строился исключительно, значит, это Игнатием Тихоновичем Лапкиным и по его указанию. Вот это. Нет, возьмите ракурс. Там мало ли там. Вдруг жалобу они по 125 УПК подадут. Давай, я же сниму тоже все там внутри. Что там, золотых унитазов нету? Да. Саддам Хусейн здесь не жил. Не А в каком году не... дом-то построили? Дом. Туалет построили. Это Владимир Пащенко вам... Нет, ну примерно. 10, 15, 20. Так. Николай, ты можешь ответить на этот вопрос? Это надо брату Владимира. Это Игнат Тихонович может сказать, как нет. Примерно. Вот он вам скажет, у него спросите. Он тут все строил. Да. Давайте примите, пожалуйста, официальное заявление. Это... Сейчас он подпишет. Да. Игнат Тихонович подпишет. Брату Владимира, можно? Он там. Ну, вчера подготовили нас все во время в реальном отражено. Владимира Пащенко звать? Ну, он да. Строил тот туалет. Пожалуйста. Тот туалет. А когда он строил-то его? Когда был построен тот туалет? Ну, тут трудно сказать, ну, наверное, лет 10, может, назад. Да. Когда никого не было здесь. Это мой дом-то. Мой. Да. Так, вот, а тут приехали, у нас приезжают гости, мужчин 39 человек. Каждый год. Они специально ограду построили, чтобы не заходили. Ну, во зло. Тут там никто не живет, все заперто. Мои замки сломали. Игнатий Иванович, вот здесь подпись ваша. Есть видеозаписи подряд прям года, и в этом доме мы все живем. Ну, ясное дело, что если он не принадлежал бы, то там бы и не жили. Этот дом, вот согласно той расписке, вы ее не читали еще, нет? Это в телефоне. Согласно той расписке, значит, вот этот вот наркоман с Украины был, который, uh-huh. Колесников, он получил денежные средства от Игната Тихоновича. Uh-huh. И была договорена, что на период, пока он жил здесь, он будет это пользоваться. А, значит, Павел Тихонович, собственник этого дома, официально эти деньги получил. Вот это, 50 тысяч рублей. И когда вот, значит, в 23-м году они в реестр вошли. Так, это вот это, где расписочка? Да, здесь, сейчас я посмотрю. Вот она, расписка вот здесь. Можно? Да, конечно. Сейчас почитаю. Так. Да, пожалуйста. Вот расписка. Вот эта расписка. Вот. То он уже на этот момент времени, уже как 7 лет был продан. Понимаете? Более того, половину этого дома Игнат Тихонович построил лично. Есть они видеозапись, братья. Видеозапись есть, где Игнат Тихонович это передает, он дарит ему. Да. То есть он говорит. Видеозапись прям есть, где передаются деньги. Да. Непосредственно вот это свидетели. Где Павел тут вещи собирает свои, выезжает. Смотрите, в режиме реального времени. Это было вчера написано заявление. Ага. Вот я вам показывал. Да, что это не сегодня в органе, а вчера. Так не какая. Нет, ну просто через. Не настолько это прям. Все подписано. Подписано. Покажите ему вот этот журнал ваш. Министерство внутренних дел. Посмотрите, кто. Посмотрите, какая статья тут написана. Тут я на фотографии. Вот сейчас. Потеряевки. А я не покажу. Вот я иду. Дальше. Что Потеряевки? За столом. Они сильно против него враждуют. Глава вашей администрации. Надо зарегистрироваться официально. А это секретарь городского УВД города Барнаула. Посмотри, как она одета. Надо расписаться нам, либо номер там этот. Скажи ему, принял фамилию, номер. Не, любого. Это Александра, секретарь городского УВД Барнаула.
оделась по-нашему. Это на копии? Да, копия. Номер когда будет присылан? Сегодня, да? Ты чего? Ну как доделали, я не знаю, вечером, наверное. Хорошо. Давайте мы объяснение дадим. Сегодня 10-е. Нет, ну объяснение-то, конечно, сейчас. Сейчас я возьму сразу. Бланк у вас есть, да? Ну, обязательно. Все хорошо. Хорошо. Зато обед. Еще. А, что ваша сестра, чего вы ругаетесь-то? Мы не ругаемся. И это кто пишет, звонит, он никакого отношения абсолютно не имеет. Его дом за, через дорогу. Они поставили, не скрывают, уничтожить Потеряевку. Разрушить интернетное сообщество. Стрелы, младенец, бывший язвы их, как в Псалтыре сказано. Стрелы, младенец. А в порядке самозащиты права, частная собственность была перенесена. Причем создателями являемся... Маленько, закройте. Мы, наша страна. Закроем. Давайте сейчас к вам подъеду. Угу. Так, вам визиточку можно дать? Подождите. Это одна из самых богатых визиток. Все данные давайте интернетные. Сейчас. Хорошо. Посмотрите, так, тут наши. Все. Ну сейчас я вам подъеду, пожалуйста.